Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, называется 1xBTC, где на просмотре серфинга мы будем зарабатывать биткоин сатоши на просмотре сайтов. Вывод отсюда от 1000 биткоин сатошиков на Faucet Pay. Здесь вот это последние выводы показаны. Здесь последние депозиты. Депозиты делают здесь. Еще можно рекламить свои проекты, свои сайты. От любой суммы. Вот здесь по 100 сатошиков как бы закидывают люди. И рекламят свои проекты. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Еще нужно указать страну. На почту мне ничего не пришло. Вход по имейлу и паролю. Очень щедрый букс. У меня вот здесь уже 102 сатоши. Это наша статистика здесь. Вот мы на статус фри. Вот. Как здесь будем мы зарабатывать? VIF ADS. Нажимаем. И здесь два вида серфинга. Есть обычный серфинг, а есть в активном окне. Давайте вот этот нажмем сюда, нажимаем. Вот 13 веб-сайтов. Я уже просмотрела на 102 сатоши. И посмотрите, по 20 сатошиков. 20, 40, 60, 80. Это уже 80, да? И так далее. Уже идет меньше. Давайте саму коротенькую посмотрим. 10-6 сатошиков, 10 секунд. Нажимаем. Загружается страничка. Нас перебрасывает на следующую страничку, на на рекламируемый сайт. Можно вернуться на предыдущую. Здесь идет вот отсчет времени. Разгадываем капчу. Сейчас загрузится. Что-то виснет. Как пропустить? Пропустить. И разгадываем капчу, трубы. Подтверждаем. Нажимаем на оранжевую вкладочку. И все, загорелось зелененьким. 6 сатошиков мне зачет. Следующий серфинг. Опять нажимаем VIF ADS. Здесь 4. Здесь в активном окне. Опять на оранжевую VIF ADS. И у нас вот здесь по 45 секунд уже. По 14 сатошиков. Ну, давайте любую тоже посмотрим. Уже сюда нас перебрасывают на следующую. И уже здесь идет таймер. Отсчет таймера. Вот мой тоже букс. Я здесь работаю. Кто-то рекламит. Вот. Давайте подождем. Отсчет времени. Заканчивается таймер. Нажимаем на оранжевую, на эту вкладочку. Все, 14 сатошиков засчиталось. Вот таким вот образом просматриваем серфинг. Очень щедрый букс, я хочу сказать. Так, дашборд это. VIF ADS показала. Это у нас здесь мы будем рекламить, ну, по желанию, конечно, свои проекты. Далее вот здесь галочка сеттинг. Прописываем биткоин адрес. Вот биткоин адрес, друзья. Можно прописать просто биткоин адрес, а можно прописать на Faucet Pay. Вот я прописала на Faucet Pay и нажала на оранжевую вкладочку. Адрес сохранился. Дальше это рекламить. Вкладочка реферал. Находится наша партнерская ссылочка.
что еще здесь? Ну, здесь больше такого и нет. Ну, history — это вот, наверное, то, что я просмотрела рекламку. Вот, вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Как наберу 1000 биткоин-сатошиков, буду ставить на вывод, проверять. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.